вопросы висят, сосульки у нас. Вот, вот с правой стороны, вот с левой. А в зимний период вообще будут везде эти сосульки. Вот, и будут доходить до 1.5 метра. До тех пор даже на пол начинает капать, здесь уже не пройти, будут такие глыбы. В этом месте жители лишний раз стараются не ходить. С грустью шутят, благо в квартирах пока такие сосульки не висят. Очень холодно, хотя в квитанциях за коммунальные услуги суммы доходят до 7 тысяч. За что они должны платить такие заоблачные, по их мнению, деньги, люди не понимают. Нас плохо отапливают, во-первых. Плохо изолированы вот эти трубы у нас идут. Мы неоднократно обращались, то, что сделали, чтобы не было у нас вот этих свечей. Но никакого внимания на нас не обращают. В этом месяце жители, получив квитанцию, удивились еще больше. Счета на электричество в графе «Общедомовые нужды» у каждого свыше 1000 рублей. 1196 – это на общедомовые нужды, только электричество. А в доме 550 рублей. Это вот 160 киловатт. 1744 все вместе только на электроэнергию. Разговаривать на эту тему с жителями в управляющей компании коммунальные системы не стали. Свою позицию озвучили, лишь когда в эту фирму обратилась наша телекомпания. Громадные счета в коммунальной конторе объясняют тем, что еще летом в доме поставили счетчик на электроэнергию. И теперь люди оплачивают его стоимость. Деньги нужно вернуть ресурсоснабжающей организации. Но о том, что людям предстоят такие траты, их предупредить от чего-то забыли. То, что жителям коммунаров 14 увидели в своих платежках, это за 2 месяца общедомовые нужды. Сентябрь и октябрь. То есть ССК, предъявив нам счет вот с такими показаниями общедомового прибора учета, не вычла показания приборов учета, стоящих в нежилых помещениях. В ноябре, естественно, людям будет произведен перерасчет ноябрьской квитанции. В сельских районах обычно коммунальные услуги стоят дороже, чем в городе, говорят эксперты. Потребителей тепла и воды меньше, а объем поставок у ресурсоснабжающих организаций почти такой же. Экономить на коммунальных услугах жителям помогают региональные программы, о которых люди зачастую просто не знают. Это обязанность органа местного самоуправления вести вот эту разъяснительную работу, обучающую работу с председателями советов домов в первую очередь. В декабре месяце мы, может быть, как раз и рассмотрим этот вопрос и проведем занятия для председателей советов домов и активистов, какие региональные программы есть, государственные программы, что можно сделать, как можно войти в эту программу. Участвовать в таких программах могут муниципалитеты, а не отдельные дома. Но ничто не мешает активным жителям прийти с инициативой к местным властям. Алина Чемерис, Станислав Левин, Константин Головин и Максим Гусев. События.